В бассейне «Вымпел» прошла елка на воде. Многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Анна Насекина представила королевцам новогоднее шоу «Алиса в подводном мире чудес». И все эти дети собрались здесь, на «Вымпеле», чтобы устроить настоящий праздник, праздник на воде. Мне кажется, получилось здорово. Получилось здорово, сказка удалась. В шоу участвовали воздушные акробаты, гимнастки спортшколы «Стар», команда МБУ «Спортивные сооружения», артисты детской хоровой школы «Подлипки», студия балета «Аврора», исполнители из НЕ школы барабанов и, конечно, спортсменки школы синхронного плавания. Я думаю, то, что все прошло хорошо, все получилось, сделали достаточно артистично. Инсценировка сказки Льюиса Кэрролла прошла в трех пространствах – на воде, сцене и воздухе. Костюмы, декорации, светомузыка погрузили «Вымпел» в настоящую сказку. Чеширский кот, шляпник, красная королева и другие всем известные персонажи радовали публику своими номерами. Но лучше любых слов говорят эмоции зрителей. Потрясающе! Спасибо большое! Первый раз такое мы видим. И рада, что участвовала. Потрясающий праздник. Спасибо большое за такой подарок городу. Мы очень-очень рады. Такой формат новогоднего представления проходил в Королеве впервые. Шоу состоялось в рамках проекта «Зима в Подмосковье».